Ивана Аспидова называют тренером чемпионов. Он воспитал десятки выдающихся боксеров, которые принесли в копилку области сотни золотых и серебряных медалей соревнований разных уровней. Наши дети на сегодняшний день стоят в первых рядах и в Центральном федеральном округе, и в первенстве России. Мы очень много подготовили спортсменов, очень много, я считаю. У нас только 14 мастеров спорта. Аспидов Эдуард, мастер спорта. Вот. Бойцов Денис, мастер спорта международного класса. Наумов, Гаврилов, вот. Байрамов, Осипян, вот. Быстров Никита, который на сегодняшний день участник первенства России. 3 года подряд мы отбираемся на чемпионат России. Недавно в Орле прошло первенство ЦФО среди юниоров по боксу. Это стало спортивным событием 15-летия. Организация соревнований такого уровня требует больших затрат. Мы, в частности, неплохо выступили, участвовали 11 у нас участников. Мы дошли до финала, стали призерами, финалистами Центрального федерального округа. Вот. Полностью довольны этим турниром. Турнир провели, очень большое влияние вложила наша федерация бокса, областной комитет. Как бы все по чуть-чуть, и мы постарались провести такой для нас прекрасный турнир. Егор Гребенюк, орловец, кандидат в мастера спорта по боксу, упорно и целенаправленно борется за победу в каждом турнире. Отлично проявил себя и на первенстве ЦФО. Занял одно из призовых мест. Ну и в будущем постараюсь занимать только первые места и приносить Орловской области победы. Тренер Иван Аспидов с грустью констатирует, физическая подготовка большинства орловских детей ниже среднего. Поэтому занятия в спортивных секциях обязательно. В школах очень сильно опустился спорт. Раньше в школе, между нами говоря, такая поддержка была. Вот. Дети занимались всем. Сейчас в школах они практически ничем не занимаются. Вот. Приходят сюда, практически не могут ни подтянуться, ни отжаться, ничего. Вот. Физическая подготовка на нуле. Вот. Ну и чтобы достичь всех этих результатов, все думают, наверное, что вот он пришел, а завтра спросят, ну что с ним получилось? У него ничего не получится. Это годы, это честно, десятки лет, чтобы он конкретно выигрывал даже нашу Орловскую область. Впереди у орловских боксеров Кубок России. И тренеры, спортсмены уверены, есть все шансы занять первое место. Алина Красева, Сергей Руднев, Орел Таймс.